Всем привет! И сейчас мы разберем аранжировку на композицию Владимира Высоцкого «Лирическая». Исполнение уже есть на моем канале. Ссылки в описании под видео, либо в подсказке на экране. Также в описании под видео есть ссылки на ноты с табулатурой. И мы приступаем к разбору. Аранжировка средней сложности по пятибалльной шкале примерно уровень третий. В принципе, здесь не быстрый темп, но есть барре, аккорды с растяжкой, перемещение по грифу и разные приемы игры используются. Тональность оригинальная ля минор. Разбирать будем, как обычно, по частям и по небольшим фразам. И поскольку аранжировка не для начинающих и довольно объемная, разбор будет достаточно динамичным, поэтому будьте внимательны. Начинается со вступления. 4 такта почти, просто на двух аккордах играем. Зажимаем аккорд ля минор, вторая струна на первом ладу, четвертая и третья на втором. Играем четвертую вместе с пятой. Все, держим пятую, старайтесь не заглушать, и подряд струны третья. Вторая, первая, вторая, третья, аккорд держим, дожимаем мизинцем четвертую на третьем, тоже старайтесь, чтобы вот этот бас, который мы вначале сыграли, пятая открытая, максимально долго прозвучал, тоже здесь по возможности не заглушайте его, вот четвертую на третьем мы добавили, и играем четвертую, третью, вторую. Теперь указательным пальцем зажимаем две струны на первом ладу, то есть еще первая на первом, и возвращаемся, вторая на первом, третья на втором. Все, возвращаем аккорд ля минор и играем как в первом такте, только без пятой струны. И также дожимаем четвертую. Первая на первом дожимаем, вторая на первом, и вот здесь заканчивается вступление, и начинается первый куплет. Пройдем с метроном в медленном темпе, здесь все играется ровными восьмыми нотами, размер 6 восьмых, играть будем в медленном темпе, 35 ударов в минуту, то есть это очень медленный темп, и чтобы нам было удобнее играть, триолями получается, да, по три ноты дробления. Мы выбираем в метрономе функцию дробления по три ноты. И в таком режиме играем, попадая каждой нотой в удар. И последние ноты в такте – это уже начало куплета. Первая фраза. Тоже старайтесь сразу, да, скажу, выделять вокальную мелодию. И заполнение играть чуть тише, иначе у вас все сольется в одну кашу, да, скажем так. Играем первую с шестой, дальше первая с пятой, повторяем первую и дожимаем аккорд ля минор аккуратненько, ну можно было и на нем и остаться, в принципе его не убирать. Играем четвертую, вторую, третью, вот эти ноты, три ноты это заполнение, их тише, да. Дальше первая. Аккорд оставили ля минорный. Первая с пятой также. Еще раз первая. И такое же заполнение. Четвертая, вторая, третья. Теперь первая с шестой. Все, теперь зажимаем барре на первом ладу. Играем первую и шестую. Держим, дожимаем средним пальцем третья на втором. Вторая играем, теперь дожимаем мизинцем вторая на четвертом и повторяем третью. Теперь приотпускаем барре, указательный остается на месте, шестая на первом, играем вместе со второй открытой. И можно сделать на легато, то есть вторая на первом нам нужна будет.
Вот таким образом, то есть я вернула баре. Либо можете средним пальцем, да, дожать вторую на первом. Все, отпускаем, открытые вторая и шестая. Четвертая открытая и указательным пальцем третья на первом. Играем ее, держим, вторая, третья на первом повторилась. Пройдем с метронома. В принципе, здесь тоже все ноты играются ровно, одинаковые восьмые ноты в удар, но мы должны обязательно выделять мелодию и заполнение играть тише. Фраза. Остаемся здесь же, дожимаем пятую на втором, играем с первой открытой. Дальше первая на первом, лучше средним пальцем зажать, ну, в принципе, можно указательным. Первая на первом с шестой открытой. Первая открытая, теперь указательный, третья на первом. Держим мизинец или безымянный, вторая на третьем. Повторяем третью, теперь вторая открытая, третью держим. Вторая открытая с шестой. Вторая на третьем, вот третья на первом повторяется, и вторая открытая, третья на первом, и средним дожимаем, четвертая на втором, с шестой открытой. Четвертую на втором оставляем, подставляем ля минорный аккорд, играем сначала первую с пятой, дальше заполнение четвертая, третья, также мизинцем дожимаем. Четвертую на третьем играем, повторяем третью, и вторая у нас зажата, да, на первом ладу. Все, отпускаем мизинец, передвигаем, четвертая на четвертом играем с первой открытой. Средним пальцем дотягиваемся, третья на втором, и указательным вторая на первом. Все, держим, чтобы максимально легато, да, слитно прозвучало. Безымянным дожимаем, меняем, да, четвертая на третьем. И третья на втором повторяется. Пройдем с метрономом. Дальше. Здесь же сначала остаемся мизинцем, первая на третьем, играем с шестой открытой. И все, теперь подменяем, на третьем ладу зажимаем баре до четвертой струны, мизинец, ну сначала вот в баре зажали, на третьем играем первую с пятой, держим и дожимаем безымянным, четвертая на пятом, сыграли, дальше третью играем и мизинцем дожимаем вторую на пятом. Сыграли и аккорд держим, возвращаемся. Третья, четвертая, аккорд держим, мизинец подняли, играем вторую. Мизинцем зажимаем первую на пятом, играем два раза. Все, аккорд отпустили, мизинец остался на первой и на пятом. И указательным зажимаем вторую на втором, играем первую, вторую, третью. Можно вместе, можно арпеджиато, держим еще два раза первая. И мизинец передвигаем, первая на десятом, с четвертой открытой. Дальше первая на пятом указательным. Держим и заполнение. Добавляем безымянный палец, третья на седьмом держим. Средний, вторая, шестой. Возвращаемся на третью. И указательный теперь первая струна сдвигаем, первая на первом. И дальше мизинцем вторая на третьем, с четвертой открытой держим, третья на втором, вторая на третьем, первая на первом, ре минорный аккорд получился, и повторяем вторую на третьем.
Пройдем также с метрономом. Дальше. Вторая открытая с шестой открытой. И баре на первом ладу зажимаем. Играем вторую также с шестой. Держим, повторяем вторую. Дожимаем средним пальцем. Третья на втором. Все держим. Играем еще первую, третью, вторую, шестой. Два раза. Только через паузу, да, делаем, чтобы отрывисто прозвучало. Все держим весь аккорд. Дожимаем еще безымянным. Четвертая на третьем, повторяем третью на втором и мизинцем также дотягиваемся. Вторая на четвертом, третья, все, мизинец убираем, играем вторую с шестой, еще раз вторая, все, теперь только отпускаем баре, весь аккорд, играем открытый первую шестую, четвертая средним на втором. Повторяем первую, четвертую держим, играем вторую открытую, дожимаем безымянным третью на втором, шестая два раза, четвертая вот на втором осталась, безымянный подняли, указательным зажимаем третью на первом и мизинцем вторая на третьем. Пройдем тоже с метрономом. Это была, ну, половина где-то куплета, давайте назовем ее первая часть, да, куплета вместе с небольшим вступлением. Давайте сыграем полностью с метрономом эту часть. Здесь остановимся. Получается, четвертая вот на втором у нас осталась. Указательным зажимаем вторую на первом, играем ее сначала. Потом четвертая и еще раз вторая на первом, держим. И играем вторую на первом с пятой открытой. И еще два раза вторая на первом. Здесь быстрые ноты будут. Подставляем аккорд ля минор, безымянным третья на втором. И заполнение тоже первая, вторая, третья. Весь аккорд ля минор держим. Мизинцем дожимаем шестую на третьем, играем вторую с шестой. Четвертая, вторая, все держим, первая, третья, вторая, все, аккорд поменялся. Средним пальцем шестая на втором, играем со второй открытой. Все держим, указательным дожимаем четвертая на первом, безымянный третья на втором и мизинец первая на втором. Си, мажорный септаккорд, все держим, повторяем четвертую.
затем вторая и третья, тоже эти ноты мелкие, да, будут. Весь аккорд держим, только бас поменяли, средний палец переставляем на пятую струну, на второй лад, играем пятую со второй, четвертая, третья, первая повторяется. Давайте пройдем с метрономом. Дальше. Уже здесь остановимся. Мизинцем зажимаем первое на третьем. То есть вот он был мизинец на втором ладу, да, первое на втором, передвигаем первое на третьем, сыграли один раз, и второй раз тоже первое на третьем, средним пальцем зажимаем снова шестую на втором, аккорд уже мы отпустили. Все, первое на третьем мизинцем остается, средний передвигаем, шестая на третьем, и играем первую и шестую на третьем. Держим безымянным, дожимаем четвертую на третьем, сыграли, все, держим, третья, вторая, третья и два раза первая на третьем. И повторяем первую на третьем с шестой на третьем, но шестую теперь нужно зажать безымянным пальцем. То есть мы поменяли палец, играем первую с шестой. Теперь указательный вот нам нужен был. Первая на первом, шестую желательно подержать. Играем дальше открытые. Третья, вторая, третья, вот шестая на третьем остается и первая на первом вместе их играем. Первая на первом осталась, вместо шестой зажимаем пятую на третьем, играем первую с пятой, пятую не бросаем, первая открытая и третья открытая, и дожимаем до мажорный аккорд, вторая на первом, дальше третья открытая и средним четвертая на втором. Теперь вот этот палец безымянный мы сдвигаем пятая на четвертом, а указательным зажимаем четвертую на втором, и третья открытая, и пятая открытая. Пройдем с метрономом. Первая на пятом два раза. Первая на пятом осталась. Указательным дожимаем третью на втором, среднем, вторую на третьем. Играем первую с четвертой. И дальше третья, вторая. Все, меняем пальцы. Указательный первая на первом держим. Среднем третья на втором. И мизинцем вторая на третьем. Теперь открытые вторая и четвертая. И снова вторая на третьем вернули, держим, средним третья на втором, все держим, и первая на первом, ре минорный аккорд. Да, и возвращаемся, вторая на третьем, теперь вторая на первом, и теперь зажимаем барре на пятом ладу, малое барре, достаточно до третьей или до четвертой струны, играем первую с пятой. Еще добавляем безымянный, четвертое на седьмом, ля минор, да, держим и играем четвертую, третью, вторую, четвертую и два раза третью. Здесь же остаемся, первая с пятой, также четвертая, третья, вторая. Вот эта фраза, она повторится в самом конце композиции, поэтому запомните ее, обратите на нее внимание, она повторится без изменений. Практически только в начале поменяется. Пройдем с метрономом. И последняя фраза первого куплета.
вот мы были в пятой позиции, вот здесь баре, и мизинцем зажимаем первую на восьмом, играем ее два раза. И теперь подменяем пальцы. На восьмом ладу нам нужно зажать баре до пятой струны. То есть это фа мажорный аккорд будет в этой позиции. Играем первую с пятой. Держим. Вот здесь постарайтесь сделать так, чтобы не пропал звук, когда подставляются остальные пальцы. На десятом ладу мизинцем нам нужно будет зажать вторую. Дальше безымянным третью. И средним четвертую. И играем заполнение. Да? Четвертая, третья, вторая, третья, четвертая. Все, шестая открытая. В это время возвращаем руку обратно в первую позицию. Мизинцем зажимаем первую на четвертом, играем ее два раза. И мизинец держим, дожимаем указательным первое на первом, играем первую, вторую, третью, либо вместе, либо можно арпеджиато сделать. Указательный не бросайте. Средним зажимаем первую на втором. Заполнение вторая открыта. И снова первая на четвертом. И снова возвращаемся на пятый лад, такое же малое баре, играем первую с пятой, повторяем первую и дожимаем безымянным также четвертой на седьмом, играем дальше вторую, третью, четвертую, еще на аккорде остаемся, пятая, четвертая, третья, вторая, третья, да, заполнение. И после этого сразу начинается следующий куплет. Пройдем последнюю фразу. И пройдем вторую половинку первого куплета, тоже с метроном целиком. И дальше начинается следующий куплет. В принципе, аккорды, все, гармония та же самая. Мелодия очень похожа, просто кое-где она немного меняется ритмически. Но характер аккомпанемента у нас поменяется. На вторую долю в такте, да, добавится удар указательным пальцем вниз. Итак, первая фраза. Остались на аккорде ля минор, да, на котором мы закончили прошлый куплет, предыдущий. Играем первую и шестую открытые. Теперь первая с пятой. Держим аккорд. Четвертая, да, либо можете две струны здесь играть, четвертую с третьей можете. И удар вот посерединке, вторая, третья, четвертая. Дальше аккорд держим. Первая открытая два раза, но там есть ритм. Первая нота длиннее, вторая короче. И на этом же аккорде также играем первую с пятой. Еще раз первая, также четвертая, либо две струны можете сыграть. Удар. И первая с шестой открытой. Здесь можно аккорд уже убрать. И зажимаем такой же аккорд фа мажор, да, получается септ. На баре на первом ладу играем первую шестой, дожимаем средним третью на втором, играем ее и мизинцем, а вторая на четвертом и удар по второй, третьей, ну можно и четвертую в принципе зацепить. Дальше приотпускаем также, вторая открытая и снова возвращаем баре, будет вторая и шестая на первом.
Все, теперь убираем ре, открытые вторая и шестая, четвертая, и дожимаем также третью на первом, то есть ми-мажорный септаккорд, и удар тоже посередине, вторая, третья, четвертая. Пройдем с метроном, здесь внимательно послушайте ритм. Также пятая на втором с первой открытой и первая на первом с шестой открытой. Дальше указательным зажимаем третью на первом и удар такой же посерединке. Дальше вторая открытая, вторая на первом, все открытые, вторая с шестой и третья на первом осталась. Играем ее, удар. И вторая открытая, вторая с шестой. И первая и пятая открытые вместе. Возвращаем ля минорный аккорд. Но сначала дожимаем еще мизинцем четвертую на третьем. Играем ее. Удар посерединке. Вторая на первом получается. И вот здесь, смотрите, аккорд весь на месте остался. Средний палец переставляем. Шестая на втором. И играем первую с шестой. Дальше четвертая. И удар посерединке. Пройдем с метрономом. Также начинается мизинцем первая на третьем с шестой открытой. Также зажимаем на третьем ладу малая баре, играем первую с пятой, еще два раза первая. И вот теперь подставляем тот аккорд, который был в первом куплете. На пятом ладу мизинцем вторая и безымянным четвертая. И удар по первой, второй, третьей, четвертой. Затем шестая открытая. Все, аккорд убираем. Пятая открытая. Третья открытая. И указательным зажимаем вторую на втором. И удар по второй, третьей. Дальше мизинцем первая на пятом. Первая на пятом с пятой открытой, и мизинец также передвигаем. Первая на десятом с четвертой открытой. Дальше безымянный, третья на седьмом держим. И дожимаем также вторую на шестом, первую на пятом. Ре минорный аккорд, удар по первой, второй, третьей. Все, возвращаемся в первую позицию, указательный сдвинули. Первая на первом. И вторая на третьем, четвертая открытой, все держим, третья на втором держим, дожимаем ре минор, указательно добавили на первый лад, удар по первой, второй, третий. Пройдем с метрономом. Лучше средним зажать пальцем вторую на первом, шестую открыто играем. И баре на первом ладу, вторую, шестую играем. Да и держим, дожимаем фа мажорный аккорд. Средним третья на втором, удар по первой, второй, третьей. Два раза шестая.
Дальше два раза вторая. И безымянным дожимаем четвертую на третьем. И удар по второй, третьей, четвертой. Приотпускаем барре. Вторая открытая. И третья на втором, шестой на первом. Повторилось. Все, отпускаем. Первая и шестая открытые. Еще раз первая. И такой же ми-мажорный сус аккорд дожимаем. Здесь лучше весь его зажать. То есть третья, четвертая и пятая на втором ладу, мизинцем, безымянным и средним, соответственно. Играем в третью, ну, можно с четвертой. Затем удар посередине. Вот здесь пятую мы дожали. Если удар вы сделаете, чтобы... Если заденете пятую, чтобы аккордовая нота была. Держим. Шестая два раза. Все, мизинец подняли. И безымянный можно поднять указательным. Зажимаем третью на первом. Играем ее. И удар посередине. Пройдем с метрономом. Это также была вот первая половинка куплета. Давайте пройдем ее с метрономом целиком. Вторая на первом, вторая открытая, и подставляем аккорд ля минор, весь зажимаем, играем вторую с пятой, третью, четвертую удар, вторую только приотпускаем, играем вторую открытую с пятой, все, вторую вернули на место, вторая на первом, и мизинцем дожимаем шестую на третьем, играем вторую с шестой, повторяем вторую, повторяем четвертую и удар посерединке. Шестую мы держим, если ее отпустили, возвращаем на место. Шестая на третьем, со второй на первом. Все, здесь только аккорд меняется. Такой же си мажорный септаккорд, как был в первом куплете, только шестая на втором в начале. Играем со второй открытой. Четвертая на первом. И дожимаем на втором ладу третью и первую. И удар, ну, по первой, второй, третьей, четвертую можно зацепить. Держим. Вторая. Третья с шестой. Все, меняем только бас. Средний палец переставляем. Вторая, ой, пятая на втором. Играем вторую с пятой. Дальше четвертая. И такой же удар. Пройдем с метрономом. Сразу зажимаем мизинцем первую на третьем, средним шестую на втором, играем их вместе. Дальше мизинец сдвигаем, первая на втором, и возвращаем также мизинец первая на третьем, и средний передвигаем шестая на третьем, как было в первом куплете, играем их вместе, держим, дожимаем четвертую на третьем, и ударчик посередине. Дальше первая на третьем два раза. И также меняем палец. Первая на третьем мизинцем остается. Шестая на третьем безымянным. Играем их вместе.
Дальше подняли мизинец указательным. Первое на первом. Держим. И удар еще по первой, второй, третьей. Ну, четвертую можно. И шестая на третьем повторяется. Первая на первом также осталась. Играем ее с пятой на третьем. Дальше первая открыта. И подставляем до мажорный аккорд и удар посередине. Повторяем пятую. Все, отпускаем указательным. Пятая на первом. Средним четвертая на втором. Играем пятую, четвертую, третью и пятая открытая в конце. Пройдем также с метрономом. Также мизинцем первое на пятом два раза играем и вот здесь зажимаем барре на пятом ладу до пятой струны и ре минорный аккорд вот в пятой позиции. Средним еще понадобится вторая на шестом и на седьмом ладу четвертая и третья. Играем первую с пятой, четвертую, удар по второй, третьей, четвертой, повторяем третью с пятой. Дальше все, отпускаем открытые вторая и четвертая. В это время руку возвращаем в первую позицию. Играем вторую с четвертой. Дальше вторая на третьем. Все, держим. Третья, второй. И ре минорный аккорд добавляем. Удар по первой, второй, третий. И вот здесь сразу возвращаемся в пятую позицию. Уже ля минорный аккорд. Зажимаем барре на пятом ладу. Малая барре. Играем сначала третью струну. Дальше первую с пятой. Также дожимаем четвертую на седьмом, играем ее. Удар посередине, два раза третья. Здесь же остались первая с пятой, четвертая и удар посередине. Пройдем с метрономом. Дальше. Здесь остановимся. Мизинцем также первое на восьмом два раза. Также на восьмом ладу барре. Играем пятую с первой. Вот здесь немножко поменяется. Мизинцем дожимаем вторую на двенадцатом. И остальные пальцы, четвертая и третья, также на десятом. Играем сначала четвертую, потом удар по четвертой и третьей. Теперь мизинец двигаем также на десятый лад, вторая на десятом. Играем вместе с пятой. Все, возвращаемся в первую позицию. Мизинцем зажимаем первую на четвертом, с шестой играем. Дальше средний, первая, второй лад. Указательным третья на первом. Удар посередине. Мизинец снова первая на четвертом. Первая на четвертом с пятой открытой. И возвращаем барре на пятый лад. Первую сначала играем. Также четвертую дожимаем на седьмом. Удар. Пятая открытая. И вот здесь на ля мажорный аккорд переходим. Дожимаем средним пальцем третью на шестом. И играем третью, четвертую и пятую. Повторяем третью и снова третью, четвертую, пятую. Вот этот переход на ля мажор, он идет в самом конце, если вы хотите закончить композицию и повторить вот эту последнюю фразу. Если же вы хотите сыграть еще один куплет, да, как в оригинале, то вместо вот этого ля мажора вы заканчиваете также на ля миноре и снова повторяете вот этот второй куплет. В принципе, второй, третий куплет, они похожи. Вот. И когда уже мы переходим на конец, да, мы перешли вот на этот ля мажор, и дальше последняя фраза повторится, но уже в том виде, в котором она была в первом куплете. Давайте вот эту фразу сейчас сыграем с метроном, который разобрали.
повторяется эта фраза, но уже вот в том виде, в котором мы ее играли в первом куплете, я говорила, да, что она повторится. Единственное, первые две ноты там была первая на пятом, да, два раза. Здесь первая на пятом также, но она идет с басами. Шестая на третьем и потом шестая открытая. Да, и остальное также. Эта фраза повторилась, и дальше немножко поменяется. Также идет мизинец первая на восьмом два раза. Такой же барем, да, на восьмом ладу играем первую с пятой. Дальше мизинец первая на двенадцатом. Дожимаем также на десятом четвертую, третью четвертую повторяем, мизинец сдвигаем, вторая на десятом, все, также возвращаемся в первую позицию мизинцем, первая на четвертом, играем шестой открытой, держим, дальше четвертая открытая, указательным дотягиваемся, третья на первом, вторая открытая, два раза еще первая на четвертом. И вернули барре на пятом ладу, как был ля минорный аккорд. Играем первую с пятой. Повторяем первую, все держим. И безымянным также четвертый, седьмой лад. И доигрываем заполнение. Вторая, третья, четвертая. И в конце первая, вторая, третья с пятой вместе. Либо арпеджиато лучше сыграть. Пройдем тоже с метрономом. Давайте пройдем всю вторую половину этого куплета, плюс вот это окончание еще. На этом, собственно, все. Благодарю за просмотр. Удачи, успехов, терпения вам. И до новых встреч. Пока!